Родительский контроль в столовой школы номер 5. Поводом для приезда стало видео, которое распространили в социальных сетях. Их два. На одном по стенам, похожих на те, что здесь, медленно ползут тараканы. На другом несколько насекомых в салате из свежей капусты. Любой технолог вам скажет, что таракан не полезет в салат с капустой, изготовленный с примесью уксуса. Это невозможно. То есть, и понятно, что там эти крики детей. Технологи в столовой уточнили, не уксусная кислота, а лимонная. Но тараканы и ее тоже сторонятся. Во-вторых, они мертвые уже. В администрации школы не скрывают, зданию больше полувека. Тараканы здесь живут давно. Также регулярно, в соответствии с регламентом, их травят. Видео показали дезинсекторам. Специалисты сказали, что это умирающие особи в разной стадии развития, бегущие от отравы, которую рассыпают в подвале и других местах. Обработка была 3 ноября, перед тремя выходными днями. Большая вероятность, что в салат просто набросали уже мертвых насекомых, чтобы снять видео. Впервые его начали распространять через одну из популярных программ для обмена сообщениями. Мы пытались выяснить, но не получилось. То есть дети разговаривают возраста 5 класса. Выложить мог абсолютно любой, и не обязательно учащийся нашей школы, даже нашего города. В школе предполагают, что это может быть обычное хулиганство. Счет таким сюжетам в интернете сегодня идет на сотни. Возможно также, что кто-то пытался таким образом насолить педагогам. Кроме того, столовую уже 10 лет обслуживает предприниматель. Да и на рынке дезинсекции сегодня серьезная конкуренция. Так, например, в Тюмени мальчишку поймали в подъезде жилого дома с пакетом тараканов. Тот признался, что неизвестный предложил провести такую операцию, дав 100 рублей. Директор учебного заведения около месяца находится в отпуске. Руководителя проинформировали и ждут ее возвращения. Пока же на эту пятницу назначили повторную обработку.